Дорожная авария в центре Екатеринбурга произошла сегодня в 3:00 ночи. В Toyota Lexus, поднимавшуюся по Щёрса к автовокзалу со стороны Белинского, на большой скорости влетела «Лада» 99-й модели. Вот 99-я, ну скорость была, ну не меньше сотки. Не меньше сотни было. Это я точно могу сказать, потому что с такой силой, во-первых, не может быть ни одна машина столкнуть, а во-вторых, то, что я вышел, закусывая видео, это очень сильное, кстати, столкновение было. Удар действительно был очень сильный, водителей спасло только чудо, да еще подушка безопасности у «Лексуса». Тем не менее, оба автовладельца нуждались в срочной госпитализации. Некоторое недоразумение возникло во время оформления аварии инспекторами. Дело в том, что и «девятка», вылетевшая со Степана Разина, и «Лексус» ехали и столкнулись на территории Ленинского района, а отбросила их Ашевчкаловский. По негласной договоренности среди ГИБДДшников оформлять ДТП пришлось чкаловцам. А кварталом ниже, где проходит еще и граница Октябрьского района, препирательства инспекторов бывают еще чаще. Порядком удивил всех странный гражданин в свитере, который ходил вокруг покореженных машин и неподдельно переживал случившееся, хотя не имел отношения ни к одному водителю или автомобилю.